Александр, как вы относитесь к утверждению, что жопой по асфальту больше не работает и никогда не сработает? YouTube становится площадкой для тех, кто что-то умеет и знает, и главное делится. Спасибо. Время контента трэш, оно прошло, потому что сейчас на YouTube пришли большие деньги. Когда на YouTube пришли большие деньги, соответственно, пришли большие рекламодатели. И они не хотят, чтобы их контент рекламировался на жопой по асфальту. Я понятно излагаю, да? Соответственно, как бы и YouTube, ну, поймите, вот четко для себя. Когда ты создаешь, вот представим, да, что вы пошли, не дай бог, конечно, да, и неудачно упали, а ваша там супруга это все засняла. Вы это залили в видео, в YouTube, бах, это зашло, это стрельнуло, а дальше что? Вы будете дальше падать так? Это будет неинтересно. То есть вы не сможете держать планку, да, и то есть вот разовые моменты, они как работали, как сейчас работают ТикТоки много, да, то есть взяли одно видео, да, и по-разному там нарезают их и так, и так, и так, и так, ну это все временно, да, то есть создавайте классный, качественный контент и будет хорошо. Пора-бара-бам.